печальная новость. Ушел из жизни человек, имя которого неразрывно связано с новейшей историей Чувашии. Илья Павлович Прокопьев. Летом прошлого года он отметил 90-летие. Оно стало замечательным поводом для встречи огромного количества людей, которые знали и уважали этого человека. К сожалению, она оказалась последней. Илья Павлович Прокопьев в юности собирался стать учителем. Даже окончил педучилище, но практически сразу ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке аж до 1950 года. А когда вернулся на родину, познакомился с тогдашним руководителем республики Семеном Маслюковым. Его всю жизнь называл своим учителем, хотя самого Илью Павловича Прокопьева считают таковым не одно поколение управленцев. Он руководил Чувашией с 1974 по 1988 год. И это было время больших свершений. Жилищное строительство бурно развивалось. Огромное внимание уделялось социальной сфере. За свою деятельность Прокопьев удостоился многих наград и орденов. Отечественной войны первой степени, Трудового красного знамени, ордена Ленина. В день 90-летия к ним прибавился орден, который самым лучшим образом оценивает все, что сделал Илья Павлович для своей малой родины. За заслуги перед Чувашской республикой. Проститься с Ильей Павловичем Прокопьевым можно будет 22 февраля во Дворце культуры имени Ухсая с 10 до 12 часов. В полдень там же пройдет гражданская панихида.